Проект разработан в соответствии с федеральным законом о приватизации государственного и муниципального имущества и в соответствии с законом Камчатского края 378 о порядке распоряжения управления имуществом, находящимся в государственном собственности Камчатского края. Проект содержит информацию о государственном имуществе Камчатского края, предлагаемом включению в план приватизации, а также уточняющие характеристики в отношении уже включенного объекта.